Актер Андрей Мягков, который сыграл роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», довольно резко отреагировал на критику картины со стороны митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Исполнитель одной из главных ролей в фильме счел митрополита недалеким. Я думаю, что рязанский митрополит очень недалек умом. Что уж тут говорить, если это так, приводит слова актера радиостанция «Говорит Москва». По мнению священнослужителя, фильм транслирует идею о том, что чуда достаточно, чтобы просто встретиться и напиться. Приближается Новый год. На дворе декабрь. Люди все больше погружаются в предновогоднюю суету. Закупают елочки, игрушки. Готовятся, конечно, к праздничному столу. Для очень многих собеседником и участником жизни является телевизор. А в это время показывает фильмы, которые так или иначе связаны с Новым годом. Существует один фильм, который в течение многих лет показывает перед наступлением новогодней ночи. Люди смотрят и смотрят его, причем по много раз. И кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого. Но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной. Каков смысл, какова идея этого фильма? Собрались друзья, приятели, крепко напились, и произошло новогоднее чудо. Главный герой нашел свою настоящую любовь. Во-первых, это обретение новой любви, построено на предательстве своей невесты. И с другой стороны, самое главное, христианство, церковь призывает людей к труду, постоянной работе над собой. Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина. Для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд. Можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой. Вот эта идея, безусловно, является идеей вредной, идеей, которая наполняет душу человека ложными, неизбыточными мечтаниями.